Это была крупнейшая танковая битва в истории. Память героев Курской битвы почтили сегодня в Самаре. Отдать дань памяти погибшим и воздать почести живым героям пришли глава региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, представители общественных и молодежных организаций. Они возложили цветы к вечному огню и горельефу скорбящей матери родине. 500 000 жителей Самарской области по призыву родины встали на защиту Отечества. Большая часть из них не вернулась. Вот это вот всенародное единство, да, которое было проявлено в Отечественной войне, оно как раз вклад каждого человека, каждого солдата, каждого труженика. С обеих сторон в Курскую битву было вовлечено более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и 12 тысяч самолетов. Знает историю маленькая Аня. На площадь Славы приехала посмотреть на военное шествие, в котором принял участие ее отец. Папа работает военным. Я люблю историю. Сегодня день Курской битвы. Важно помнить такие даты. Битва на Курской дуге продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Ее окончание знаменовало коренной перелом в Великой Отечественной войне. Немецкие войска навсегда утратили стратегическую инициативу. Андрей Горгуленко, Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.